Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» добрался до Тобольска. Инициативные горожане возьмутся за реставрацию домов с историей, которые хочется сохранить для потомков. Выбранные объекты не имеют статуса культурного наследия, но дороги-то были кам. Всего было выбрано 8 домов. В этом году решено облагораживать жилой дом номер 33 по улице Мусы-Джалиля. Дом построен в 1967 году. Его ждет заливка фундамента, покраска стены и перекрытие крыши. Починят и некогда уютный палисадник. Работы начнутся с 10 июля. К проекту может присоединиться и стать волонтером фестиваля любой желающий. Подробная информация есть в официальной группе «Том Сойер Фест» в социальной сети ВКонтакте.